Игнатия Лапкина знаю давно. Почему? Потому что Игнатий Лапкин – учитель отца Геннадия Фаста. А я отца Геннадия Фаста учился тоже много лет. Я потому что сам в Сибири. Так что Игнатия Тихоновича я о нем лично услышал, не слышал давно, знаю много. Лично не знаком, хотя мы с ним переписываемся в ВКонтакте. К нему, конечно, отношение хорошее, как к искреннему проповеднику, безусловно. Там есть разные сложности, связанные с его личным путем, потому что он человек непростой. За Христа сидел, страдал в советское время. Я даже знаю такой случай, когда он заходил на собрание коммунистической партии, говорил им покаяться, призывал, повещевал. Это был очень ревностный, то есть и есть очень ревностный человек. Соответственно, в целом отношусь хорошо. Это не в том, что я, допустим, согласен с разными мнениями, с какими-то, но в целом, это настоящий христианин, и его вера, она горячая, ревностная. Таким бы у нас был епископ, и такими были, как Игнатий Тихонович, было бы, конечно, хорошо. Верно слово. Если кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, странно любив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корысто любив, но тих, миролюбив, не сребро любив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись от Церкви Божьей. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Первое послание святого апостола Павла к Тимофею, 3 глава, с 1 по 7 стих. 12 июня 2019 год, утро, воскресный день. Встречаем митрополита Сергия Иванникова, это города Барнаула, Алтайский край. Геннадий Тихонович, здравствуйте. Мир вам. Мы ждем вас. Вот так, молодцы, ждете. Спасибо, Господи. Какая у вас красивая природа. Да. Все зелено сейчас. Вот. Тишина. Прошлогодние сено осталось здесь. Голуби, видите, он выходит. Да. Батюшкина тут овечка. А вон это бывший лагерь, как музей сделали. Музей лагерного искусства. Да, называется музей комплекс для бедных лагерей, чтобы научить людей без помощи государства тысячи детей поднимать. Задача. Сказали, надо грант, и апартамент-то можно получить. Я говорю, никак. Нам ни рубля не надо. Нам нужно только то, чтобы они знали и дали какую-то бумажку, что мы существуем. Чтобы разрешили существовать. Да, ну разрешение оно без него работает. Музей не надо разрешения, мне нужно покровительственное. А лагерь. Это Сомская епархия. Да. Вот это дьякон. Думаю, что? Да. Владыка, вы никогда не пожалеете, что приезжали сюда. Все в жизни возможно. Здесь вас любили и вашу любовь испытывали каждый день. Ну, новый антон, Божий Господи, сил и все твои Содетелю, вижу за милосердие беспрекладные милости Твои, и народного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. Не спасла бы нас спасение рода нашего, и честнее бы Христом руки Писания грех наших растерзавы, и победивый тем на
сам владыка человека любче, прими нас грешные благодарственные сие и моверные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и страшного грешения, и всех нас Господи нас ищущих, видимых и невидимых, брат, превоти страх Твоему плоти наша, и уклони сердце наше, порицай и повышение лукавствия, славу и Твоей уязви души наши на Тебе, и отзирающих, еже Тебе светом составляем, и Тебе не присмотр на горе, и наступающая грешеща наша, и Якуда видит добрые дела Твоя, и прославят Отца нашего, и же есть на небесе, всегда ныне присно, и во веки веков. Аминь. Архиерейство Твое, благословение Господь Бог во Царстве Твоем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Великого Господина Отца нашего, Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Свято-Троицы Сергия Лавры, священного архимандрита, и господина Высокопреосвященнейшего митрополита Илариона, и всякое епископство православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Священные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвитерство во Христе диаконство, монашеские чины притчи церковной, создатели благотворители, благоукрасители, жертвователи святаго храма сего, богохранимую страну нашу российскую, власти и воинство ея, всех для предстоящих, поющих и молящихся, вас и всех православных христиан, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но странно любив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать. Послание святого апостола Павла к Титу, 1 глава, 7 по 9 стих. Святое возношение в мире приносите. Благодать Господа нашего и Иисуса Христа, и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. В горе имеем сердца. Благодарим Господа. Аминь.
Чистое тело, это самое честное кровь Твоя. Помяни меня, Господи, во Царстве Твоем. Да не в суд ли восуждение будет не причащение, причистое, то и дай новое исцеление души и тела. Аминь. Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Не на вас, того благодатью и человека любим, всегда ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Христе Боже, упование наше, слава тебе. Воскресе из мертвых Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая своей Матери, святых славных и всехвальных апостолов, святителя Иоанна архиепископа, Константина Польского Златоустого, священного ученика Анфима Никомедийского, святых и праведных Бога Отец Иоакима и Анны, всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Митрополита Богородского и Алтайского, Богоправителя.
Дорогие отцы, братья и сестры, поздравляем вас с воскресным днем. И заканчивается уже пасхальный период, продолжающийся почти 40 дней. И мы наслаждаемся великими и святыми словами, истинами, которые накрыл нам Господь своим воскресением. Да хранит вас всех Господь и Матерь Божия. Христос воскрес! Воистину воскрес! Поздравляю вас. Счастливо сегодня. Принятие святых Христовых праздников. Так, кто у нас подходит ко Христу? Подходите, что против, что сын? Тревожно идти готовить праздник. А, ну общая фотография. После Христа общая фотография будет. Вы сегодня говорите, Надя, уберите, она будет. Невозможно нас разлучить.
Очень важно ваше присутствие здесь. О, матушка, спаси Господи, спаси Христос. Как? Я еще положила. А, положила. Я еще Ну и живите, чего, пока хлеб глотается. Когда хлеб перестанет глотаться, тогда уже можно и помирать. Пока, слава Богу, рученьки прощерить. Рученьки не секрет. Благодарю Господь Бога. Храни вас Господь и Матерь Божия. Спасибо, Господи. Спасибо, Христос.